Что мы делали? Вот стену, вол, помещали сюда, да? Потом поставили сюда руки, вот стена здесь, и потом спокойно без напряжения делать, да? То есть так же, как мы отжимаемся, вот без напряжения. Вот она стена. Теперь эта стена, вот она идет, мы ее раз взяли и работаем с ней спокойно. Но что здесь важно, да? Я не толкаю стену, иначе мы будем сопротивляться, да? А что я делаю? Ее принимаю. Accept. Да? И потом я воспринимаю сразу, и сразу отдаю это движение. Можно еще чуть-чуть раньше? То есть, видите, ему неудобно становится. Неудобно. Все. Вот, и следующее то, что мы делали, вот он крепко держит палку. Вот мы боремся, никак у нас не получается, да? Потом мы перестаем бороться, и что мы делаем? Вот, соединяемся с ним. Вот. И расслабляем его. И то же самое... То же самое, вот он держится, да, то есть вот мы, не получится у нас, да? Поэтому что мы делаем? Вот то же самое, форма тела. Вот подходим, соединились, вот, видите, тело выстроилось, да? И потом помогаем просто ему расслабиться. Никакой силы вообще нет. No power. И потом можно это движение делать. То есть вот здесь перед собой работаем в форме тела, да? И вот мы вот можем легко управлять человеком. Сейчас мы что будем делать? Вот все, что мы делали, соединим, да? То есть вот это. Все. Непонятно. То есть вот опора, да, но она, да. А, ты опору, а он же уже оперся, да. Но это мы не делали, это да. Потом. Да. Вот она.